Да, как любого уровня. Да, понятно. А знаешь, я как-то и не обращал внимания, сколько на прок это получено маны, хуй. Тебя могут, конечно, запиздить, но пойдет. Че, одел? Сумонти, в общем. Шкаф. А и вообще он моднявый какой, а? Сейчас заценим. Че, сколько брони у тебя? Поставьте рыбу. Рыба закончилась. Так, брони у меня 17. Вот нормально. Заебись, то, что у меня надо. 20-ка. Еще банку не выпил. Еще банку выпил. Даже и пить не надо. Броня у него меньше, его будут пиздить. Ты будешь стоять и смотреть. Ну а смотреть. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь альянса. Короче, я сначала с вами постою, а потом уже, когда его будут пиздить, подойду к Риппи. Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов ордену. Хорошо, да будет так. Не забудьте конялку, дорогие друзья. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. На этого нахпало. Роговар. Заебись. Что, ластик, пошли. Аура коня стоит до сих пор. Ну, ластик он лицо. Че, справа, может? Найдем, пойдем. Нам лучше на противоположной стоять, а потом пизды дадут. Все, идите, давайте на левую сторону. Давай. Танки налево, типа ты его тут бить нам нужно. Нузлу надо будет косты кикать, потому что он больно бьет. И крестику надо будет аскафланой кикать, если что. Тотем там на замедление ставишь. Тут два милика. Рогу, ромбик, главное ромбик. Вечно замедление держать. Ну я покормил кого-то еще. Кого-то. Ну, все, все готово, иди начинай. Идите подальше. Пусть он там начнет. Ну и Дима стоит вообще похер. Зачем куда-то открыть? Да. Зачем? Рипай давай, череп. Погнали. Так, на мне двое, блин. Хорошо. Все, что нужно. Так вот там если видел. Там... Блять, ну пиздят они меня жестко, блять. Сука. Блять, они невосприимчивы, сука, побежали к вам, блять. Ай, блядь, давай, сука. Давай. Бить. Отлично, переагрелись, вроде. Ну, один точек. Блядь, опять, сука, пришел. Бегите от луны. Крестик контроль. Давайте, крестик контроль. Атаха, крестик за контроль. Я его по КД держу, блядь, в шипе. Ёбаный рот, блядь. Иммун был. Кто это лужу разлил? Кто лужу разбил? Ретрики, паладины, попросил, не лейте лужу вообще, уберите ее. Она шип сбивает. Ну, почти добили, типа, все было нормально, но нет. Кто-то опять не хотел. Пластик, ты видишь, на ней овца была, зачем ты подходил, бил ее? На ком? На крестике. Да я чуть не заметил в этой толпе, блядь. Да вообще уберите ее с панели сейчас. Она вообще сейчас не нужна. Она не дымажит. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Да эти двое от меня побежали, я за ними, блядь, быстрее переагривать. Блядь, я ж не знал, что у вас там овца были в толпе. Она ж маленькая. Оклеветать. Я требую справедливости. Тирион,
Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Сейчас баблка да. Ну один милик на оковах, один твой на корнях, нузло бьете. Дерево в контролях и пал сбивать, и ШП вас не шотнет никак. А так как ты налево ласти тут остаешься справа. Вот это хороший сетап, мне нравится. Ну да, у них тут овер ДПСа нету, никто не может шотнуть, если не будет контроля. То будет все нормально. Говорю, налево пошли, ластик справа остается. Что стоим? Никто никуда не идет. Встаньте возле совы. Ластик, начинай. Войт, отойди тоже. Отойди пока. Пусть побегу. Все, иди, Грик. Шабада контроль. Бревно контроль. Бревно за контроль. На оковах, шабат, бегать от них. Как он? Косты, попросил, кикайте косты черепу, потому что маги больно дымажат. От Шабада только бегать, ну типа ничего ему не сделаешь. Косты кикает там вар и шаман. Это просто инфу бил всех. Нес, поставь мамонта еще раз на выходе. А, не надо, тут есть. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Че, фаер с хосту собираешь? Сражайтесь во славу Альянса, герои! Или просто кап какой-то? Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Кап. А сколько кап? 800? Желательно 800. 500 минимум. Налево все, кроме ластика, уходят. Вип. Поменяй что-то, убери свои 4 Т4. Поменяй шмот какую-то. Твою АУЕ там сильно. Стоим тут, иди начинай, ластик. Косты кикай. Ластик, у тебя дисполь там этот яд ебаный нахуй. Контроль, кики на вас бегут, убегайте. Чё вы, грипп.
Давай, бип. Это мед, блять, сука, твой был. Знаю. Контроль, если чё. От крестика бегайте. Подошли, видите, крестик в рейд подошел. Отойдите ж вы от него, что вы стоите возле него? Остатите. Нам недолго осталось. Нормально. Отказ, кикните, алло, вы что, издеваетесь надо мной или что, я не понимаю. Вам сложно кикнуть, сука, конченый каст или как? Единственный каст, который лока надо сбивать, адское пламя, блядь, и ничто, сука, кинет. Снимай, ай, ну ластик сними, а, надо. О, рыба сейчас там. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Паладины, поделитесь, пожалуйста, значками королей. Там 50 штук хотят. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что... Что же делать, как нам быть, блядь? Не-не, уже дали, спасибо, дали уже. Спасибо, спасибо. Лок, бань, бревно. Все, пошли, идите все налево. Ой, стойте, тут ластик налево иди. Вот тут я не знаю, как можно сейчас умереть. Просто, если вы видите квадратик или крестик в милизоне или луну, просто отходите от нее. Ластик, главное, я здесь. Начинай, пойду. Ластик, стоим все, отойдите, стой, стой, ластик, иди сюда. Идите сюда, дальше встаньте, будь ластик там. Ластик, ты иди, все. Кто это там? Серега, ты иди. Иди, начинай, ластик. Она идет к нам. Давай, гриппа, череп. Череп, давай, гриппа. Стой, шокол пришел, Бей шокола. Шокола бьет, он сам пришел, бей шокола. Блядь, я не захилю. Блядь, не успеваю, ща. Блять, в оглушении. Давай. Где Гера? Диспел крестик. Это заклинание. Ебать меня, ебу спиздец. Че, типа. Сжимайся там, нормально. Кайте на кого. А чего? Так, череп. Бан по бревну, бан по бревну, дайте, блять. Он бегает, играем в череп. А, не добили еще, ёб. Бревно за бань. Так на мне пауэр остался. От луны бегите. На оковах кайчу. Бегите от луны. Череп, играем, хилов. Да не добили, блядь. Хилов, добивай. Череп, контроль, атаха, череп, контроль. А все, добили, играем в череп. Череп, играем, от луны бегать. Ну, нормально. Мне сало дали, сало. Кому а контрольте, есть у кого-то контроль? Поставил крестик на него. Хили. Я сзади сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Можете что-то? Отведите от крестика. АУЕ, не лейте! Ну кто сбил только что контроль крестики? Ёб твою мать. Бегите, луна. По луне корни, да. Блять, у меня тут приста, блять, заебал. У меня все. Я контроль. У меня блайнд. Контроль. Диспел, гляньте, миллион ходок, одна ходка уже до конца дотикала, вы что, издеваетесь? Не сбейте Самула.
фотка его просто на фул подняла. Я сейчас контролю это. Угу. Сало, сало дали. Ластик нажмешь. О, все, хилю. Беги от луны, беги. Ревно, ревно, ван. Уебываю. Я корники. Диспел, диспел, череп. Череп, диспел. Заливаем, заливаем. Все, сейчас играем в луну. В луну игра. Я крестик здесь. Куда ты ее грипаешь? Говорю, в луну играем, ты ее грипаешь. Да поздно, сказал, я уже спамил. А, не могу крестик контролить. Поставил. Ты все уже не хубить. Да, сейчас, подожди. Не карты. Просто бегайте, она на оковы. Не карты. Сейчас добьёшь. Будет иммун. Контроль, давай. Короче, ну. Да. Ой, вот, я попрыгну. Спокойно заебал это бегать за тобой. Я попрыгну, не тут кнопку. Диспел. Я далеко от креста. Все, все, крестик сам подойдет, у него тоже каст ранжа есть. О, у меня иммуна на крестик. Не сбейте. Он вышел. Все, крестик это. Стандал крестик. Ты чё, лобанами не ебашит, да? Ну, блять, они ж не все время можно пока до их вешать. Со страхом. Что, у меня иммуна по бревну. Я не могу шипать его. Знаю. Лок чё-то не тапаюсь, захиливаю. Опа, у меня жаба, жаба на пане, холи-пали, жаба. Все, бревно, пошли. Подожди, блядь, не спеши нахуй. Конечно, я ж не думал, что у него касса силачат. Что Старфол дело пошел. Бревно, привет. Ну, сбейте кассу. Вот посмотрите, он стоит, кастует, вы просто, блядь, на морозе не можете кассу. Вам прикол сами? Ой, пешер, им. Ну, кнопку нажать, в ротации потерять. Одно ВКД, зато сбить кассу, чтобы он не отхилился больше, чем на полку. Они тут хилятся в нормальных процентах. А вы стоите, блядь, бегаете, кнопку жмёте. Кассу тяжело. Сейчас будут валики, это вообще сейчас. Джвальки изи. Спел, молодец, спел. Блять, кину. Блять, почему все мобы на меня, блять, агрятся? Что самый лысый? Да, брони мало, брони самый мало. Слабый. Спел. Типа, чем меньше брони, тем. Лол, ебать. Просто ебашит. Не работает. С бури, нахуярил. 10 человек, привет. Сука. А, разница, чтоб я шмоб поднял. Ой, кайфы, ёпкель, мобкель, блядь. Вот, ступни мои упали, понимаю. Какие твои? Твои кожаные, блядь. Нихера не знаю. О, шапка ретриская упала, 100%. Fuck you, лазермен, блядь. Ты ещё скажи, тебе на арканы нужны. Нет, тут на фаера нужны точно, блядь. Нет, ну ты-то 4 на арканы собираешь. Ну, Т4, да. И как только Т4 ты соберешь, что ты сказал, ты спекнешься. Все. В смысле, все, блядь. Кинул лотапки. Дайте, выйдите, дайте ему ламу. Там баки продаются, лол, пойду куплю. Пусть состязания начнутся. Так, ты его держишь, воет 1-2. Да. Ну, мы это... Ластик, бегаешь по кругу, собираешь сверху. Мы два тела ставили, типа один вот тут между шарами, типа ловит отсюда, а один вот здесь со стены. Так, сам бегает, это 10. И типа там Таха, да, и хавчик. Шар один пол хп снимает, по два шара лайф.
Так, сопрот. Никто не тыкнет. Даже сопрот закончил. Создал бы быстрее, ёп. Тыкните кто-нибудь. Так, я беру белую, чёрные... Чё, Ластик, ты понял, чёр... что тебе делать? Белую беру, чёрные... Ластик. Нет, белый. Мы стоим под чёрной, ты берёшь белую. Ну, говорю, белую, чёрную, чёрную я тебе ловлю. Да. Ты, короче, в рейд сейчас белый сферы не должен пускать. Ты берёшь белую и ловишь белую. Да всё, он понял. Дима, тотемы поставь. Тотемы собирать. Никто не играет, пока у нас напула нету, поэтому смотри внимательно за крестиком, там випы могут по щам дать. Я отдам. Слим, дай по випу СС. А когда рейд поменяет цвет, ты тоже поменяешь. Да. Скажешь, когда дашь? Дал. Все, все готовы. Ено. Все, иди начинай. Никто не играет. Встаньте все в тотемы. В тотемы. В тотемы встань. Никто не бьет. Поворачивай. Лужу кинет, потом будете. Давай быстрее, кидай лужу. Потому что мы сейчас огропался. Куда? Понимаю, ладно, кидай. Свету, короче, играйте подрать. Ты подальше от нас, ты рядом с нами. Ты вообще не стой в рейде, ты бегаешь по кругу сзади нас. Ты перед танком вообще не ловишь. Ты сзади нас ловишь и по бокам. А там, где танк, он сам тебе нужен. Не стой с нами, Рэй, пожалуйста, не триггери меня. Свет поменяли? Свет поменяли, бьем тем. Только когда скажу, дашь масса. Так я тоже меняю темный, понял? Да. Давай, массакру. Массакру, давай. Да, переводи. Да. И бой, в следующий раз без команды не переводи. Убьем. Встань еще чуть дальше, Ластик. Ты видишь, ты взрываешь рейд. По бокам и сзади. Спереди там танк сам пропустил. Нормально, повезло. Бьем тьму, Кас под конец Войт собьет. Войт собьешь под конец. Тьма, когда скажу, дожди. Сколько? А, у тебя Т4 есть? Угу. Жука. Цвет поменяли, цвет поменяли, бьем. Свет. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Бегу, 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 блин. Ну, алло, шо, сбивай, 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 сбивай. Ну как вот, блядь. Цвет нельзя поменять. Кто это стоит? Под белый ау. Че, пошли? Все, падай. Да падай, ухилов, ман. Да. Че, маны нет? Все, падай. На сон, посмотри, стоят. Ну типа Дима АФК стоит. Из-за этого урона не хватило просто. У меня, когда мы поменяли цвет, в игре стал один FPS. Типа 3 кадра, блядь, за 30 секунд. Я хуй его знает, что это такое. Я не альтаблся, ну, ничего. Зато комп за 60 через сколько. Ну, бывает такое. Чё поделать? Ком за 2000 не лагает. А у вас компы по 100 штук и лагают. Рыбы нет. Нет. Горн. Войт. Иди начинай. Я тоже, Дима. РТ. Я же говорил, пока фласки не закончатся. Ну вот, убьем этого босса, мы его убиваем. Если не вылетим, убьем его.
Франк, свет. Свет. Да и больно. Это просто, мне кажется, в тот раз не свечится, потому что мы перевели в тот раз и ждали секунд 5. Нормально повезло. Конец пить. Способно сейчас будет. Нормально, повезло. Вообще шикарно. Свет дальше. Так, Дима, когда скажу, дожди. Ой, почему у меня до сих пор? У меня 3 стака висит, но не хватает 3 стака дошло. Темные сферы вообще не замечали. Блин, я... свет поменяли, свет поменяли, свет, 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 свет. Тьму бьем. Он поставил. Могущественный свет. Давай. Веру давай. Ром бьем. Типу, давай, на характере бьем. Если что, дашь Т4. Повезло. Да изи, блять, сосать нахуй. Убивай, сразу убивай, просто. В такие моменты нельзя изи говорить. Просто да. Сирус может упасть нахуй, и все. Вот ноги. Как заказывал, да. А он оффхенд, посмотри какой. Вижу и оффхенд кайфовый. Давай тапки сразу пройдем. Там. А чем? На танк. Ничего не понимаю, чем. Так, что вот это? Надо? Так, паролов не вижу. Если не надо никому, можно мне пароль. Ну, мне говно. Вип, тебе надо, нет? Да, сейчас паролю. А, ну, ну давай, я тебе отдам. Ластик, тебе тапки нужны эти? Да. Ну я тебе, пояс тебе нужен тот с хостой? И... Так, ну его можно вообще по идее лени, мне не нужен. Он тоже с РПБ, я не знаю зачем. Ну смотри, у нее сейчас перекап меткости. Это вот если надо, ну я не знаю, там РПБ типа, брать ради бесполезного стата, не знаю. Типа вон голова нормальная, зато есть. О, надо голову. Дайте Ластику хоть что-нибудь на ДД. Давай на ОФ, если не надо. Я тоже на ОФ пароли. Пацаны, у нас консул лут. Я спрашиваю тем, кому надо. А за что босс? Если не надо никому.
А, я на ОВ попаролил, если что. Подожди, что там? Лена, у тебя ж... Тебе надо? Мне Т4, мне Т4, не надо. Ну, на ОВ тогда что? 99, 79. Кто там, Ластик, Венероль? Ролил он 90. Венероль у меня 92. Ну все, давай, Зольда, обмен. Пояс, кому? Давайте, на ОВ, пояс упоролись. Пояс, на ОВ, пройдите. Давай я говно возьму, пусть. У меня вообще дерьмище. Сейчас там Зольда, Войд. Ну, есть такой. Есть. Ну, Зольда, ты шо? Ну чё, мне не надо, я у меня... Пояс этот, не нужен? Не, 26-й, там с мастерством нормальный, нахуй. Ну все. Ластик, давай обмен. Что, мы не пойдем, а ну, надо. Чё, разок? Успокойте мои нервы. Разок пойдем, чё-то. Ну, 3 минуты фласка, сейчас перепивать, что ли? Да похуй, фласка. Время КД, ой, время РТ. А чё за РТ? Ну, время РТ еще полтора часа. А-а-а. Я Хуяли. Просто увидел то, что, ну, 4 часа. Это. Ну, 4 часа. Что? Не 3. 3 минуты. Так, это. Что делать с этой херотой? Какой? Что там, тапки на танк? Они ластику пойдут. А что, не паролим? Ну, нет, консул, я же говорил. Давай паролим. Если ластик захочется, вы паролим. Ралли, может, ластик, давай паролим. У тебя 45-й, ну 26. Я же говорю, типа, в десятке все по концу. Я отдаю тем, кого надо вот усилять в рейд. Че, ластик? Давай, давай, мне без разницы. Давай ральнем, мне тапки надо с меткостью. Ты так же парился, как и я. Роль. Ну, а, ну все, короче, не роль, тебе сказали отдавать ластик, все. Без ролла, можете даже не ролить. Сказали отдавать власть. Кто сказал? Все. Так, что делать с вот этим? Не дам я никакие ботинки, это. Вот это вот. Надо кому? О, два камня. Ноги это. Ну, я могу взять на крит, чтобы этот больше. Серега, Атаха, ты, читер. Слушай, смотри, Атаха, ты говоришь, я соберу 4 Т4. Ради бога, я говорю, могу взять. Спартана, да? Ну, если никому взять. Надо. Вот, Селим хочет, пусть берет это. Так а что ты говоришь, ластику, мы паролили? Ну, сказали отдать ему. Кто сказал? Я говорил, у нас в десятке все консул. Мы с ним паролили только что. Мы с ним только что паролили. Типа написали, сказали все. Что, Лок, что, давай, ты, ну, что вы переваливаете? DC. У меня пишется. При чем тут? Я вначале говорил консул. Давайте нормально. Всех. Я в консул паролили. Даже 25. Войд, ты было... не слышишь меня? Или да что? Не было ничего. Не надо ничего сейчас рассказывать. У меня пишется видео. Войд, не надо пиши. Ничего. Есть ролл. Мы с ним паролили. Договорились. Он сказал, ты парился так же, как и я. Это что, нормально, по-твоему? Давай без вот этих, без перекладывания на кого-то. Блять, Войд, я тебе по-русски сказал или как? Все консулом уходит. Ты меня не слышишь или что? Есть скрин, есть ролл. Мы с ним только что договорились паролить. Паролить договорились. Что скрин, что ролл? У нас уходит все консул. Объясни, что непонятно тебе в этих словах. Мы с ним Валь, только что... Валек, отдай ему, Валек. Я Вайдас и Фаз. Валь, отдай ему, пожалуйста. Ты шмотку зажал или что? Нахуя я тогда шел танком? Просто так? Ты бы мне сразу сказал, нахуй не иди танком, я тебе ничего не отдам. Ты подумай еще раз. Власть, можно я надо, вмешаюсь? Типа... Отдай, пожалуйста, Валек, ну отдай ты. Дима, ой, Дэн, скажи, пожалуйста, ты в статике десятки? Дэн. Че? Лок, дай, ты штаны забрал? Дэн, не хочешь говорить? Лена, я за справедливость, но человек тоже, блядь, никого, ну, чуть-чуть уметь. Нет, ну, ты сказал, что тебе надо. Не, подожди, паролу договорились, он вывел, ну, чуть-чуть мне теперь, блядь, обосраться, что ли? Ты изначально сказал, что тебе надо? Нет, я сказал, что мне надо, ему тоже надо, ё-моё. Ролли вдвоём, блядь, мы паролили, он вывел, ну, в чём проблема, дайте ему эти ботинки. Давайте вы втроём, вот как офицер или хуй знает кто, выйдите там и порешайте сразу. Лок и как там? Я Таха, роль.
Я не знаю, кому это из вас надо. Ну, бредовый. Если надо, Слим, забирай. Я уступлю. Мне не, пока не критично. Способ. Ну тогда Слим давай мне. Короче, я отдаю Ластику эти ботинки. А Ластик хай сам разберется. Я бы тоже так сразу сказал. Ну типа с себя ответственность снял, потому что это, ну, мы с ним договорились. Но я тебе понимал, так что ты хочешь идет все по контуру. Я в 25-ке даже отдаю. Не, да я все это знаю, типа. У нас Фел сролил тринку, я ему не отдаю тринку, потому да что. Да, это все понятно. Не, просто в следующий раз, если соберешь, если я там пойду ДК, ты мне сразу скажи, я тебе на ДК ничего не отдам на танк. И все. У меня пал нужен одеться. Ну, если у вас типа, скажу, не надо, ну, типа, то. Не, я тебе, ну, ты понял, да, меня? То есть, если ты имеешь это в виду заранее, чтобы я просто понимал твою позицию. Зашел там на другого перца, там подамажить или еще что-то. То есть, ну, ты тоже пойми, чтобы я не просто так сюда сходил. Все. Так, всем спасибо, Зольда, что тебя касается. Мы выбили 4 сферы. Сейчас тебе Атаха. Какие ноги? Они не будут, Дима, ролиться, я их себе забираю. Какие ноги? Ступни? С форума просто у него удалят шмотку и кинут ее мне. Так что. Ах, а ты что, наебал меня? Как я тебя наебал? Объясни мне. А, так, что я хотел? Зольда, что тебе запы надо делать, нет? Ну, типа, это, есть 4 сферы. Ну это она же, они ж бисывают, я бы сделал, конечно. Ну, я не знаю, они бисывают сейчас или нет. А, ну, все. Посмотри, и в ИКе ничего не падает. Да, типа. И в ИК десятки точно ничего, кроме ботов не падает. Ничего. Короче, аналога ты сейчас нигде не увидишь. Ты в Долоране? Да, да. Сейчас портанусь. Ну, успокойся. Ну, короче, смотри, 4 серы есть, Атаха, не выходи пока. Сейчас, если что сделаешь, Зольди, тогда запа, понял? Бля, Дима, ну ты хоть бы сказал, что у тебя не стоит эта хуйня. Ёбаный рот, я думал, ты видел лут, блядь. Прыгайте. Зольда. Дима. Зольда, я же тебе скину там этот. У тебя голда есть? Немного. Зольда. Да-да, слышу, а что? Сейчас тебе скину там реги немного купить. Надо будет. Ну, давай. Я тебе скину в этот ПМ. Я пойду на аукцион сразу. Вон, посмотри, там 8 тканей чародейской, а колдовской, и 3 камня этот ЛК. И все. Окей, сейчас куплю. Око Зула, багровый рубин, сфера ритвы, а ткань. А бля, енот мне нужен будет, мне надо 2 будет камня на инту, 30-ку. Так, камень как-то стоит.